Напомним, что на пост президента претендуют 4 кандидата. Они уже начали свою агитационную работу. Территориальная избирательная комиссия активно ведет свою деятельность по обеспечению избирательных прав граждан. Те жители, которые ввиду уважительных причин не смогут прибыть на избирательный участок для голосования, они вправе получить открепительное удостоверение в период с 4 по 13 сентября в помещении участковой избирательной комиссии. Таких на сегодняшний день 71 человек. Необходимо уделять особое внимание отдельным задачам. Я бы хотел их подчеркнуть. Первое. Информирование избирателей о дате, времени и месте голосования, а также возможности проголосовать по открепительным удостоверениям. Этим участковая избирательная комиссия занимается. Режим работы участковых избирательных комиссий с 14 до 20 часов, выходные дни с 9 до 13 часов. На досрочных выборах главы республики будут также некоторые нововведения. На некоторых избирательных участках будут установлены КАИБы – комплексы автоматической обработки избирательных бюллетеней. Урны на избирательных участках и переносные для голосования будут прозрачными на 90%. На избирательных участках номер 7475, 476, 492 будут установлены КАИБы – комплексы обработки избирательных бюллетеней. Здесь избиратель опускает свой отмеченный бюллетень, электронный ящик для голосования, где информацию зачитывает техника, и потом будет подводить итоги голосования тоже техника. Досрочные выборы президента Республики Башкортостан состоятся 14 сентября. Участковые избирательные комиссии будут работать в этот день с 8 утра до 8 вечера. Анастасия Сафронова, Альберт Гарипов. Информационная программа «Ежедневник».